Как научиться радости? Прекрасная статья. Когда у человека сознание сужено, то любая проблема сразу же для него вырастает в какую-то так непреодолимую гору, которую невозможно. И вот он начинает вот какие-то там у него эмоции, настроения, сожаления и прочее возникают на этой почве. Вот, здесь очень важно, чтобы ваш кругозор постоянно расширялся, чтобы вы на эту проблему смотрели не только вот так, а под этим углом зрения, под этим, под тем или еще. Вообще целиком на нее взглянули. Тогда проблемы бывают, что-то не проблемка, а так, просто какое-то явление в вашей жизни, которое гипертрофировано, приняло такие размеры. Размеры из-за вашего непонимания. А когда вы все это понимаете, когда вы по-другому подходите, вот как раз здесь я говорю о суженном сознании, вот суженное, поэтому у человека с суженным сознанием состояние радости бывает до тех пор, пока череда жизненных процессов не подбросит в его поле зрения то, что он воспринимает как плохое. И все, его радость улетучилась. А на это, вот что такое плохое, что такое хорошее, понимаете? Нету ни плохого, ни хорошего. Есть, как бы сказать, информация, которую человек воспринимает. И воспринимать ее надо как урок, как своего рода, ну, говорит, препятствие, которое надо там преодолеть. И благодаря этому сделать более осознанным, более, будем говорить, сильным, более понятливым. И тогда вы научитесь действительно радоваться всему этому. Тогда жизнь это действительно вот такой получится интересный поток радостных событий, благодаря которым ваша душа зреет. Вот что важно. А не благодаря тому, что ваше сознание и личность деградируют и уходят в обиду и злость. Почитайте, как научиться радости.